Дамба. Но тут ничего не видно, да? Велосипед. Едем в Кронштадт. По дамбе. Единственное в России чугунная мостовая. Здесь есть Кронштадт. Чугунная мостовая? Да. Там уже был закрытый город долго, да? До 96-го года был, да, закрытый. В сторону вот Сестрорецка туда, это вот называется Маркизово. Поворачивай. Это же ров огромный. Угу. Может, его затопляли где-нибудь, что-нибудь открывали. Но... И все, и уже не пройдешь. Не возьмешь, вот кто меня обидит, три дня не будет. Ну да она перестань, рыба. Там совещано правильно. Возьми его, пожалуйста, с собой. Я буду там пить за ваши деньги. Поворачиваешься, видишь вот такое фото, например. Это пиздец.
Да. Чугунная мостовая, единственная в мире, наверное. Или в мире, не знаю. Они ездят с такими словами. Прямо около собора. Практически вся капля.